Радио «Вера» представляет. Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает апостола Варфоломея, апостола Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, преподобного Ефрема Новоторского. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» или «Милующая». Святой апостол Варфоломей, один из 12 учеников Христовых, родился в Кане Галилейской. Исследователи предполагают, что Варфоломей дружил или даже был родственником другого апостола Филиппа. Варфоломей одним из первых присоединился к Спасителю. После сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы Варфоломей и Филипп отправились проповедовать Евангелие в Сирию и Малую Азию. Они то расходились по разным городам, то сходились вновь. Их не раз побивали камнями, заключали в темницы, подвергали насмешкам. Но по молитвам Филиппа и Варфоломея не раз случались чудеса и знамения. И тогда люди отступали от поклонения идолам и обращались ко Христу. В Иераполе, нынешнем турецком городе Памуккале, апостол Филипп был казнен. Его распяли вместе с Варфоломеем. Внезапно разразилось страшное землетрясение. Палачи испугались, что оно было вызвано гневом неведомого Бога, пославшего своих проповедников. Варфоломея успели снять с креста живым, а Филипп уже скончался. Тогда апостол отправился один в Индию, где по преданию перевел на местный язык Евангелие. Апостол Варфоломей принял мученическую смерть в городе Альбани, современном Баку. «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной — слова их». Этими строками 18-го псалма царя Давида Церковь говорит о служении апостолов. И действительно, апостолы обошли с проповедью Европу, Азию и Африку, весь известный в то время цивилизованный мир, который греки называли «Айкуменой» или «Обитаемой Вселенной». Они посвятили себя проповеди евангельской вести, многие отдали жизнь за Слово Божие. Мы прославляем труды апостола Варфоломея и просим его: моли Бога о нас. Святой Варнава был одним из 70 учеников Спасителя. Он родился на острове Кипр, получил образование в Иерусалиме. Варнава воспитывался вместе с Савлом, будущим апостолом Павлом. После Вознесения Господня Варнава продал принадлежавшую ему близ Иерусалима землю и принес деньги апостолам, ничего не оставив себе. Именно Варнава свидетельствовал перед учениками Христовыми о том, какое чудо произошло с Савлом. Его ближайший друг изгонителя христиан стал апостолом и проповедником Благой Вести. С тех пор они миссионерствовали вместе. Вместе со святым апостолом Павлом Варнава странствовал по Малой Азии. Потом Варнава побывал на родном острове Кипр и первым из апостолов отправился для проповеди в Италию. Там он основал епископскую кафедру в Медиолане, современном Милане. Затем он еще раз вернулся на Кипр. Там его схватили язычники. Апостола Варнаву казнили в 62 году. Кипрская православная церковь считает его своим особым покровителем. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых проповедников Слова Божия за то, что они исполнили своей жизнью завет Спасителя. Апостолы несли весть о Христе, невзирая на внешние опасности и тяготы. Мы прославляем апостола из 70 Варнаву и просим его: моли Бога о нас. Преподобный Варнава Ветлужский жил в 15 веке. Он родился в Великом Устюге, был священником, но потом удалился от мира в глухие ветлужские леса. 28 лет он провел в уединении. По преданию, рядом с жилищем отшельника самые дикие и опасные звери становились кроткими и ручными. Старец питался тем, что сам добывал в лесу. Он пребывал в молитве и труде. Изредка к пустыннику приходили люди за благословением. Однажды к Варнаве пришел за наставлениями Макарий, будущий подвижник Унжинский и Желтоводский. Варнава поделился с ним, что после его кончины на Ветлуге возникнет большой монастырь. Преподобный Варнава скончался в глубокой старости.
Вскоре в окрестностях его келии иноки построили две церкви и основали монастырь, который получил название Варнавинская пустынь. Со временем рядом возник город Варнавин с главным собором в честь преподобного. Церковь прославляет своего праведника, преподобного Варнаву Ветлужского, чтит его за труды и верит, что ныне он предстоит перед Господом. Мы просим преподобного Варнаву, моли Бога о нас. Преподобный Ефрем Новаторский жил в XI веке. Он был родом из Венгрии. Вместе с братьями Моисеем и Георгием, которых позже также причислили к лику святых, Ефрем покинул родину из-за притеснения православных. Братья поступили на службу к ростовскому князю Борису, будущему страстотерпцу. В 1015 году князь Борис был убит по приказу своего брата Святополка. Вместе с князем погиб и Георгий. Моисею удалось спастись бегством. Он поступил в число монахов Киево-Печерского монастыря. Ефрем в это время был в Ростове. Он одним из первых прибыл на место убийства. Ефрем нашел голову брата и взял ее с собой. Он оставил службу и поселился в уединении близ Торжка. Вскоре рядом с его кельей стали жить еще несколько монахов. Ефрем построил на том месте монастырь в честь святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Братия избрала его своим настоятелем. Особо в монастыре заботились о странниках и бедных. Для них при обители был открыт приют. Скончался Ефрем в глубокой старости. Он попросил похоронить себя вместе с головой брата Георгия. Мощи преподобного Ефрема были обретены в конце XVI века. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах. Сегодня мы вспоминаем преподобного Ефрема Новаторского и просим, моли Бога о нас». Образ Божией Матери, именуемый «достойно есть» или «милующая», находится в алтаре храма Успения Богородицы в Корее или Кореи, административном центре Святой горы Афон. Чудесное явление образа произошло в 980 году. По преданию, неподалеку от Корье жил в своей келье старец вместе с послушником. Однажды он ушел на всенощное бдение в храм, а послушник остался один. В сумерках в келью постучался неизвестный инок. Он назвался Гавриилом. Вместе они встали на молитву перед иконой Божией Матери. Гость попросил разрешения произнести ту молитву Царицы Небесной, которая принята в их монастыре. Он запел: «Достойно есть, яко воистину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». Послушник раньше не слышал этих слов. Но когда они звучали, икона Богоматери сияла небесным светом, а сам он плакал от умиления. Он хотел записать слова, но бумаги под рукой не оказалось. Внезапно камень, словно воск, размяк под рукой певца, чтобы он смог начертать слова. Затем чудесный гость исчез. Вскоре икону перенесли в центральный храм Кореи. Плиту со словами молитвы император Византии пожелал забрать в Константинополь. Многочисленные списки с иконы «Достойно есть» свято чтутся в русских храмах. В Петербурге в честь милующей Богоматери был воздвигнут пятикупольный храм. Чествуя образ Богородицы, именуемый «Достойно есть», помолимся Царице Небесной. «Достойно есть, яко воистину блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову рождшую, сущую Богородицу тя величаем».